Ништя. Ау! Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Что Missing включаем? target found. Ты что, меня не слышишь? Я тебя слышу. Я спрашиваю, куда трансляцию делать? На Twitch и YouTube или куда Туда другое? и туда и туда. Йоу, ладно. Блин, не знаю. На Twitch давай, хотя бы. Дайте ссылку вообще. Минт, у тебя сохранились вроде ссылки. Посмотри, я сейчас в игре. Единственная проблема, у меня только 30 FPS, а я хочу больше. И еще я без понятия, у меня записывается или нет. Вообще все автоматически записывается, по идее. Потом можно прям копировать на YouTube. Видео, правда, не больше, чем 2 часа, по-моему, я делал. Черный экранчик стримит. Это он не в игре просто. Не там спорим, там все равно. Что-нибудь видно на трансляции? Игнорщики! А игнорщики! Не, по-моему, меня никто ни хера не слышит. Disconnected. Connected. Channel switched. Defend the main gate. Посмотрите на трансляцию. Включи черный экран. А, вот, появилось. Значит, все нормально. Я на ютубе не вижу, ты не включил на ютубе? Понравишься. А вот. Your girl. Generation, the best life. Спасибо тут. Спросится. А чё там такое? The girl generation. А чё, это видно что ли? Все вот эти мои там дела, чем я занимаюсь? Блин, как скрыть? Да уж чё скрывать-то? Это плагиат. Мы уже увидели. Ты скрывай, все нормально. Не-не-не, как это все можно скрыть, пока там я совсем не это. Я ж найду.
А, все, сервак, ага. Сервак классный. Тонами. Так. Могу с мобильного зайти. Нормально на страницу, не в чатик. Почему я зашел? А. Форс, ты чатик показываешь в перерывах, короче. Так, так. Фиг знает. Как про? В Good Game как-то там показывал. Ну это зависит от того, через что стримишь. Ставишь картинку там. Тему. Добавляешь там. Часть на экране. Ладно, потом это настроишь. Как убрать вот эти все мои генерейшены? Не надо было смотреть. А ты что думал? Да как? Я не могу ведь найти. Так, как, блин, шел с мобила, не вижу тут чатика. Так, есть идея, может как-то он отдельно есть? На чатик, на канал Твича? Блин. По штук-тук, спасибо тоже за 50 рублей тем. Да мне кажется, это какой-то вброс за пророс, не знаю. По штук-тук. Да сволочи. За падлы. Пророс, не знаю. Everywhere in the world. Сука. Сраная реклама. Первые бараны. Как отключить сраный микрофон в несраном стриме?
Что еще? Что ж тут сказать-то? Но. А вот сейчас не должно быть, кстати, видно. Я что-то поменял. Правда, не знаю, что. Пусть я на том сервере сейчас кину тебе. В смысле? Я тут на логовод. На новый сервер что ли перетащили? Да. Вы че? Фига там муфорса серваков. Вы че? И мне ничего не сказали, ну вообще. Где IP? Я кинул ничего. А чё Форс такой неподготовленный? Он же еще и участник чемпа. Должен знать, где проходят серваки. А, Форс? Нет. У меня вопрос такой. Кто-нибудь что-нибудь слышал? Какие-нибудь звуки, которые мне издавал на стриме? Какие ты звуки издавал? Ну, например, неистовый смех. Или плач. Не. Это значит, меня он не записывает. Тоже хорошо.
хотя я почему-то себя на стриме слышу. Я тебя слышал, как-то включил голос твой. Сейчас начнется. Вот я включил, сейчас слышу. Я что-то не могу подсоединиться. Сейчас карту, да, что ли, меняют? Опять все зависло нафиг. А нет, подсоединился. Только как выйти в спель теперь? Эйт. Когда на сервак жмешь, нажимай спектейт. Зайдешь в спеки. Так я его через консоль запустил. Я отключил. Как называется сервак? UT Assault, что-то там. Музыку потише сделаем, блин. У нас еще есть да, музыка. Что музыка? Ты в игре. Это, видите как? Я уже забыл. Там японские герлс какие-то. Как? Через консоль зайти в спеки. Там что-то там как-то спек равно один или как-то я равно гель спек нашел. Что-то такое. Вот честно, гель. У тебя там серваков что-то, блин, в 4 раза больше, чем у меня. У меня эти серваки копятся уже 10 лет. Половина из них у тебя они там это не работающие. Я сейчас 19 серваков в фаворитах. Было когда-то, конечно, и 6 падали, нафиг не нужно. Ты нигде не запутаешься. Так, что тут пишут? No whisper target found. Пойду гляну, хоть здесь кто-то. И Closer to God. Слушаю, чего форса за музыка хоть. Ты потом послушай. Сейчас начнется. Ты только клипы смотри, а не вот эти вот камбэки. Это я просто фанатик. Зятки нравятся? Ну там какие-то японские девки. Ну они просто наверное, милые. Японские. Типа с ушками какие-то. Начинать, да? Все даже рейди. Не забудь сказать, что этот стрим сделан во славу Анрилу и его народа. Ты же есть. О, отлично, у нас зависает сервак. Сейчас. Нагнетание интриги. И начинается практис раунд. Где?
Есть время поздороваться со всеми, кто смотрит. Вдруг тайно открыл. Сегодня у нас стартует первая игра 12-го чемпа по ассолту. Появляются команды Freedom и Whatever, и кто-то уже рванул до начала игры. А отметки, естественно, ни у кого нет. Ion core startup sequence 2 initialized. Ion core activated. Круто, вот тут заново. Первак, по-моему. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Он поднялся, карту переводали. Эх. Ну, естественно, мы не можем начать вовремя. 20 минут ждем.
No whisper target found. No whisper target found. No whisper target found. Наш любимый чемпионат по солку номер 12. Первый матч команда Freedom. Против команды, которая предположительно называется Whatever. Ion core startup sequence 2 initialized. 3 seconds left. Ion core startup sequence 1 initialized. Ion core activated. 20 seconds. Tank captured. Так, карта. Power station access core destroyed. Команды Freedom у нас. Бейсер. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Админка не работает, точнее пауза не работает, но фиг с ней. Посмотрим. И пошли. Очень много каких-то серых виндов у всей команды. Сервак прогружается. И пошло. Смотрим, как побегут. Очень. Посмотрим на игру Смола. Прежде всего, он бежит первый. Рой. Тем временем уже убивает Алдердера. Пол ставит хэдшот Роя сразу же. Почти открыли ближнюю дверь, ну то есть дальнюю, и пытаются вдвоем сейчас пройти на ближнюю. Но пытается Мигу. Забрал ли кто-нибудь Мигу? Никто не забрал Мигу. Сейчас могут сверху спрыгнуть. Так, Архангел. Нет, не получается. Обратят ли внимание на Мигу? Нет. Кому она нафиг не нужна? Пока... А, вот, наконец-то Рой забрал. И... Мол, проходит по ближней дверке. Сразу открывает немножечко от одного из объективов. Так, Ультра тем временем пытается добежать, взять мост. Почти открывает. Ну, не сражайся ты, Нарфол. Ну, прыгни ты, забей объектив. Bridge closed. Неужели? Тем временем по длинному коридору пытается зайти Архангел и Смол. Пока Рой защищал рычаг, Архангел все еще живет. Ультра. Трудом пробегает к объективу. О, миниганы на этом объективе. Рой прям принципиален. Казалось бы. Есть рокеты, снайпы. Так, сейчас Нарфолк с кем-то, с Алдердером пытаются пройти через короткий коридор, но удачно. Смотрим, где будет Смол ходить вообще. Где он тут? Вроде собираются сейчас вместе, что ли? Вот кто-то встречает их, Рой встречает его ранее. Смол делает мультикил, прорывается по длинному коридору. Остальные, похоже, сейчас на коротком, еще делает минус фраг. Умирает и... Может и вся команда тоже на респе.
Он убил четверых, а с другой стороны четверо умерло и так. Новая волна. По длинному опять смол. Убивает одного, умирает сам, внутрь пробегает, нарфолк открывает. Один полностью открыл. И в это время два человека, это был Фортис и кто-то, стояли на коротком коридоре и просто смотрели, чтобы никто не забегал внутрь, пока открывали объектив. Отличная координация. Команды. Главное расставить по позициям. Трой не может ошибаться в этом плане. Так. Именем. Кто у нас? Опять всех атакеров поперебили. О, сейчас, может быть, взять, возьмет Мигу, правда, все ХП у него уже сбили. Так, ну если он прорвется по короткому. Так, минус Рой. Фортис заходит внутрь. Один. И сейчас бы команде воспользоваться как-то. Он ворвался. Ну, четверо, я вижу, стоят снаружи у двери. Наверное, будут опять ждать смола. Арфок пытается шилдом пройти через короткий. Далеко пробегает. Смол ловит, ловит ракеты. Всех перебили опять. Архангел ерундой чистейший занимается, отстреливает со своего респа. Так, вот трое подбегают к длинному. Минус два делают, смог берет в атаку, но ловит комбу на всех. Всех остальных. Сейчас Алдердыр живет и Архангел прорывается, но они вряд ли дойдут, да. Короткого тем временем ультра с шилдом. Отлично. Так, Смол забрал Мигу, и сейчас, наверное, через короткий будет пытаться вкрываться. Да, он убивает кого-то, врубает свой четверный шилд, становится на объектив и хватает ему чуть-чуть совсем открыть. Чуть хпшек, чуть-чуть времени. Так, может много еще времени понадобится, чтобы дойти еще раз. Если бы он не уперся тогда шилдом просто... Мог вторгнуться, обойти одного из соперников, может быть он чуть-чуть бы успел подальше посидеть, но по-моему кто-то... Короткий, нет, не... Мёртв. 5 минут прошло. Не знаю, что по времени, как получится, хорошо или плохо у них. Деф нормально. До дефа хорошо, так Архангел шилдом. Нет. И бегает, Ксенон его в ракет убивает. Мол, давай, еще раз, шилдой, отлично. Нормально, еще можно много объективов пройти, в теории. Сейчас бы пропрыгать до танчика, я думаю, опять же должен смол тащить. По очкам видно как бы все. Ангел не тащит. Так, смол с шилдой не тащит. Остальной команды не видно поблизости. Вот Норфолк сейчас в одиночку подходит пока. И нет, не получается. Ультра шилдой. Дыр-дыр за ним, за ней. Дыр-дыр берет, отлично. Носит сразу же дырочку. Танк уничтожен, но сейчас будет и... Трой уже бежит, хоть и без ХП. Это его будет. Атакующие не берут танк, да, правильно, распределяются на разные... Компады берут рез легко. Ion tank destroyed. Танк, выстрел танка первый был неудачный. Но все равно ДДшка сейчас кончится, линк порвется. Даже кончится. Сейчас посмотрим, как с первым танком Норфолк садится в танке.
кто-то уже из пехоты пытается добежать внутрь, это архангов стреляется, но не заходит внутрь, что тут танк. Хотя Джекет моргал, да-да-да, там кто-то внутри открывает, это Мол, больше почти полностью открыл, еще внутрь забегает ракеты, и там больше никакой из пехоты не осталось. Вверху кто-нибудь не заныкался, еще один. Нарфок с танка, отлично. Так, минус 2, стреляет внутрь, да, за ним четверо пехоты. Ультра первая, шилдом бежит. И, по идее, сейчас должна открывать. Да, засада с био от Каделика не помогла. Толком не смог попасть в его объектив. Что ж, вот эти объективы довольно хорошо. Два. Взятие танка, дверка и первая дамба. Арфок, штатный танкист. Мол, ДДшкой и чуть не убивает свои танки. Так, Мол все еще живет, пытается. Нет, только отдает ДДшку. Вот, сейчас если танк выстрелит... А, танк издалека теперь пытается простреливать. Но это так себе тактика. Хотя вот, вроде некоторых перебили, двое заходят внутрь и добивают. Отлично. Триксанул. А танк был на лоу хп. Хвали, наверное, так и так триксануть. Так, Норфолк. Быстрый удар, вылез, все отлично. Теперь снесли. Что ж, еще есть шанс взять, скорее всего, одну дамбу. Вряд ли дверь уже успеет снести. Более первый танк наверняка снесется. Хотя Норфолк делает минус 4. Но вот тут же он убивает двоих своих. Менее Смолф от Ангелом пока покрепляются снаружи, ну, около объектива. Ну вот их перебили. Но есть небольшой выигрыш по времени, чтобы танк доехал неоконсанный. Норфолк, в принципе, некоторых убивает, стреляет внутрь, отлично сделает минус 4, пока один мочит танк, все должны быть на респе. О, трое внутри и, наверное, забьют. Ну же, еще там, да. Ультра убивает трое, ну, трое забивают. Ну, дверь уже, естественно, попасть не успеет, но довольно неплохо прошли, все равно. Посмотрим на деф от Фридома. Как там, ну, посмотрю, что в чатике. 3, 2, 1. Без зрителей, кажется. Там течь может. Порс тут просит музыку вырубить. Убери. Порс так и не вырубил музыку. Я говорил, что вроде все схвачено у него должно быть. Ладно, смотрим атаку. Каделик открывает, никто в него не стреляет, рядом стоит. Что это? Алдердер рядом стоит и даже не смотрит, что дверь открывают. Приходит по длинному коридору, открывает один из объективов почти полностью. Что за провал? Еще двое прорываются с длинного коридора. Но их сносят. И 5 минут держать эти объективы. Посмотрим. Конечно, полная отдача одного из объективов почти. Координированность. Надежда. Сейчас вот длинный коридор задефили. По короткому прорывается Рой. Вы, по идее, должны встречать, да? Еще кто-то прорывается. Луксинон. Тоже встретили, отлично. Будет ли Линк? Ага, пошел Линк. Странно, Колд, Психоделик и Форфис. Битый объектив почти выполненный, отбили, взяли. Так, вышел кто-то, взял Мигу и готовится Линк на длинный коридор. Проходят с Линком Рой. Убивает многих, но получится ли взять объектив?
Все защитники отрезались и всех атакеров перебили. Так, кроме одного, кол на коротком уже прибежал. Потом за ним. Где же еще? Так, и вот еще Рой. Кто-то попробует с Линком, но скорее всего получится неудачно. Втроем. Вдвоем. Хотя Рой делает минут два. Ну да. Штока, подаренная кем-то. Йохеты. Пол отрабатывает в дерьхе. Архангел опять не тащит. Что ж. 2 минуты отстояли. Объектив. Один из двух оставшихся почти полный. Пятерной Линк по короткому. Минус сразу же Рой, минус Колд. Сами с Рокетом. Минус Фортис. Минус Ксенон и минус Психоделик. Новая, скорее всего, пойдет через длинный теперь тоже Линк. Рой берет Мигу, да, естественно. Правда, его подлинковывает только один человек. Ракеты, ракеты, ракеты. Неудачно Рой делает мультикил. Где же Дефер? Минус 2. Трое внутри. Ой-ой-ой, двое осталось. Но очень хорошо отталкивают от объектива. Ничего, не получилось взять. Я слышу уже новый Линк. Где-то идет. Опять по длинному коридору Рой. Жертвует собой Смол, убивает его и себя. По короткому пробегаю тоже. Ну вот немножко посидели. 40% от объектива второго взято. Теперь готовится короткий, но по-моему видят. Сейчас пойдут по короткому. Хотя нет, встречают только один архангел, но вот 2 дефера от дефера отрезкивают, прыгнул вниз. И, да, смотрите, все. 21 cold mine. Тоже убили. Линк через длинный коридор. Старфолк, но сейчас должен пойти. Да, трое деферов перетягиваются к длинному коридору. Один бежит сзади. Не бесполезно получилось. Опять всю волну перестреляли. Вот уже 4 минуты из 5 отдержали. И очень хорошо смотрится деф. Но нельзя расслабляться. Минус 2 делает Рой. Сейчас 3 секунды рест. Минус 3. Последняя надежда. Это Смол. Смол хорош. Хорош. Отработал. Минус 3 сделал. Нарфок уже дальше добил еще одного. Если бы побыстрее проходила команда Роя. Вот, пока первые 3 фрага делал Рой. Может быть дошли бы до объектива. Опять через короткий. Но сейчас рест. Дефером. И безуспешно. Остается один Ксенон, да. Естественно, убивают. И по времени уже, можно сказать, в плюсе будут точно команда Норфолка. Рой шоки делает минус 2 на длинном. Сейчас, наверное, будут по-разному. Очень много деферов оттянулось. Тем временем с Линком проходят через короткий. Трое внутри. Открывает, двое еще остаются, спамить. Да, всех перебили. Смол на чеку. Вовремя хорошо перетягивается команда Freedom. Нету прям провала, чтобы какой-то из коридоров не был удержан. Сейчас попробую сделать команду Роя. Снова разделяют силы. Времени остается мало, с учетом того, что следующие объекты убрались довольно быстро. Сейчас каждая секунда начнет. Скорее всего, первая карта уже в пользу Freedom закончится. Рой берет очередную мигу. Не знаю, какая по счету. Делает, убивает Норфолка. Далеко с Линком не достает. И минус эта волна. Отличный деф. Демонстрирует Freedom.
3 minutes remaining. Сейчас была попытка пройти по длинному коридору, но их встретили и спереди, и снаружи. Кстати, в лоб снаружи. Ну вот Рой с короткого коридора каким-то чудом выжил. Он берет объектив. Но уже слишком преимущество. Надо взять танк. Ковка идет, будет смола. Плюс два, сейчас линк будет плохо, потому что два одновременно игрока прыгало. Танк уничтожается, но, по-моему, психоделик успеет до того, как будет вообще сделана слинковка. Он успеет взять респ. Пока Норфолк ждет, чтобы кто-то взял мигу, да. Ой, взял ДД. Психоделик берет респ. Во время прюх идет небольшой для Фридома. Все-таки еще можно успеть слить карту, наверное. И очень маловероятно. Ну да, за полторы минуты взять дамбу, убить двери, еще одну дамбу. Нет, ну реально. Самый сложный объектив сейчас вот этот. Ion tank destroyed. Танк даже не подъезжает, пока опускать дверочку. Опять всех перебили, вроде Рой заныкался. Как сказать, дорожка, сейчас забегает внутрь, падает и открывает, да? Ion tank destroyed. Security gate opened. Ну вот 40 секунд уже точно не хватит, чтобы взять дамбу. Перед дамбу. Ion tank destroyed. Dam controls destroyed. 15 секунд остается. Ten. Может быть, успеют выбить дверь танком. 7, 6, 5, 4, 3. Ксенон немножко подфармил очков. Первак, естественно, зависает, потому что карта закончилась. Хорошо, что Рой успел проголосовать за Холокорп. Наверное. Хотя Ревер может и карту сейчас загрузить. Red team successfully defended. А вот. Что-то тут отлагало немножко. Вторую карту. Что-то вообще никого нет. Я тебя услышал. Я сейчас смотреть. Ну да. Гатти.
что ж, теперь уже просто на линковке одной. Есть, конечно, тут объектив, который после взрывания двери держится линк. А так-то все остальное это командная работа. И там уже может быть не помоганов, может быть куча спана. Надо что-то придумывать. Более разнообразное. Кого мы ждем? Мы ждем Колда, Ксенона и Роя. Норфолка. Так. Сейчас минутка плюс баги. Криво. О, смол по перезагрузке пинга 4 на пинг 16. New assault starts in 6, 5, 4, 3, 2, 1. Первую атаку. Вак отпустит опять. Скорее всего, опять будет ждать появление ДДшки, и Рой с миниганом попытается всех расстрелять. Нет, не пойдет никто минировать, похоже. Объектив. Да, массовые ломаганы сразу. Каделик пытается постреляться. Он делает минус 2 фламагана. Что делает массовый фламаган? Так, Рой внутри открывает объектив. И мины Норфолка спасают. Все, внутрь пробежал Колд. Йо, теперь. Но просидели нормально. Больше половины взяли. И внимательно так, по отношению к объективу. Пробегают внутрь и не видит команда Freedom, что внутрь. Есть. Так, ДДшка лежит, ее не берут. Сверху так через ящик пытался кто-то пропрыгать, не допрыгнул. Так, остается кто? А, вот ДДшка, сейчас пойдет вамаган с ДДшкой, да? Рой. Нет, слайты, убивает Абдердыра. Теперь да. Смол, ультра, Абдердыр. Рано. Клиенты сейчас очень помогли, скорее всего, двоих убили. Атакующих, но слишком рано кто-то грены взорвал. Петлинг Роя через длинный объектив дальний. Довольно странно. Странно, что команда Freedom не додумывалась на что-то большее. В итоге полностью сейчас бесполезно. Смол зачищает дальний. Он уже суицидится, потому что сейчас вся команда идет через короткий коридор. Там тоже всех перебили. И Колд пытается через длинный пойти. Попадает в него вообще ничего, Архангел.
Рой тем временем мультикил по короткому. Cold выносит более простой объектив. Половину снес. Сейчас непонятно пока с какой стороны опять идут. А вот четверо идут через короткий, никто их не встречает, только спал на выходе. Но всех все равно удалось перебить, и по объективу почти не постреляли. Так, трое идут на длинный. Я вижу, что объектив моргает, а значит, кто-то уже добежал. Да, длинного простреливают более простой объектив. Выносит его из флаки, Cold выносит половину внутреннего объектива. Ну, неплохо идет команда. Трое. Опять через ближний. Тона на мясо. Нет. Панди Фридом поближе, по 6 хп Рой, и две лохопрюки успевают садить в объектив, и уже открывают. Странно, у меня почему-то не было сообщения, что объектив взят. Ну ладно. Короткого Фортис и Ксенон. Их быстро перебьют. Стреляется на длинном с Колдом. Арфолк не справляется. И очень плохо стреляют в Колда. Долго он живет, но все равно выполнить ничего не может. Молд очищает короткий коридор вместе с Ультрой. Архангел занимается полнейшей ерундой. Полезно тратит время. Поэтому, наверное, на прошлой карте тоже у него было мало очков. На длинном коридоре кто-то очень далеко выбегает, это правильно. Рой с Колдом идут через длинный. Он идет через трубу, так сказать. Вы, наверное, должен кто-то заметить. Да, Дердер парит. Колд пробегает и... Он снимает. Рой прыгает, не могут его никак убить. 5 минут. Прошло, 5 минут осталось. Так, я пропустил посмотреть, кто взял ДД. Взял ли кто-нибудь? Кто взял? Видимо, кто-то из дефферов. В атакерах я не вижу никого ДД. Трое сейчас пробегают, начинают бить. Бочку. Да, из-за получения сберется внутрь сразу, нет, не получается. Временем, похоже, у Роя было ДД, но он решил поиграть в ДМ. Бегал внутрь. Тогда умер бесполезно. Фортис немножко открывает. И будет единковка. При этом все выбегают наружу, все умирают почти. Ракеты спасают того человека, кто остался внутри. По-моему, Архангел. Так, внутри его опять Фортис. Нет, его накрывают втроем. Инковываются защитники. Дается Ксенон из атакующих и все. Рой жалуется на лаги. Его пинг аж 20. Вэлл, к сожалению, не показан, но лично меня Вэлла нет. Так как больше никто не жалуется, подозреваю, что его ни у кого нет. Фамит в одиночном био. Тем временем все равно внутри Рой. Молод пытается бить, но не может в одиночку справиться. Очень интересно, кто это был человек, который с одиночным био спамил. Лучше бы зарядил полное био, манул на объектив, было бы куда эффективнее. Так он, по-моему, даже с ним убил. Так, Рой забегает внутрь, открывает объектив внутрь.
Баки пытается немножко... На пару секунд так психоделик берет ядро. Power core dropped. Целых 2.5 минуты. Есть. Его пронести. Заметил, Коут вроде с броней. Наверное, брал фотню, но ему уже, естественно, все сбили. Очень много защитников около ядра прям. В том числе и Смол. Хорошо тянут время. Наверное, и команда Троя сейчас ждут следующую уже сотню. Хотя деферов надо бы перебить. И выносят турелечки. Сейчас. Рез. Да, тут кто-то Рой занимался действом респа. Одна турель все еще живет. Ну, сроки там поманите же. Кто-то уже прыгает. Бежит. Бежит же, ну стрелять по нему. Далеко проносится ядро, турель до сих пор не выбита. Кадерик, ну вот, наконец-то убили хотя бы одного человека. Так, Архангел тем временем перезашел. Ребята, сейчас возьмут ядро, протащат. Портис бросает прямо на каких-то сантиметрах, еще кто-то берет и... Психоделик доносит. Чем занималась команда Freedom? Вообще непонятно. Турели не сносили. Сроки там человека, сидящего в турели, не убивали. И это заявка на победу команды Whatever. О, танцы есть еще и у команды Freedom. Посмотрим, как Смол сможет ли на имидж. Так, Рой вылетел. Уже пошел, наверное, перезаходить. Это шанс. Base infiltrated. Я предлагаю не останавливаться. Какой-то нечистый вылет трое. Уж в любом случае игру он мог бы перезапустить. Сразу же зайти. Kill component destroyed. Более он наверняка, вот сейчас я посмотрю, кто ТСК сидит. И значит, коннект у него в порядке. Это не хитрости. Способами выиграть. Ага. Пошли на ПГ. One minute remaining. Three seconds left.
Времени, по-моему, было примерно 8.43. Атаку.
No whisper target found. No whisper target found. Вообще, Форс, я рассказываю, что когда я забивал с Твича на Ютуб, по-моему, больше 2 часов не хотели. Ох. Может, я перезапущу тогда? Пока вот это все дело идет. Можно, да, что там, все равно, кто будет смотреть все эти... Окей, 2 минуты. Перерыв. Сейчас гляну, идет или не идет. Вот.
1 minute remaining. Assault starts in 8, 7. Так, отлично, у нас, значит, волны кикнули, и мы начинаем. Теперь продолжаем карту. Доигрываем. По корп 8.43 примерно. Надо. Ложиться команде Freedom. Пройти всю карту. Маловероятно. Но посмотрим. Арфок бежит там по триксам. О, пытается сражаться внутри. Немножко жив, но тут линковочка. Дверной линк. Все. Вот Нарфок добежал в Радгреночек. Пинон ставит новые. Внутрь забегает ультра. Тоже ловит Греночки. Ну и... Кстати, таймер. Таймера нету. Ой, ребята, ребята. Даже не знаю, говорить или нет. Ладно, я думаю, они... Я подожду, когда сами увидят. По идее, на первом объекте, когда выполнится объектик, кто-нибудь должен посмотреть на таймер. Типа, быстро мы идем, не быстро, преимуществом или без? Нет? Короче, майн секундомер организаторский. Кажется, что пройдут за 8.42. Нет. Вперед объектив. А, или есть, так, подождите. F4 есть? Не вижу, загорожено респауном. Ну, по идее, все равно... А, плюс-минуса нету, потому что игра была на другом серваке, да? Это как-то респаун загораживает таймер, ну ладно. Хотя на F1 вроде внизу должно писаться время. Понятно. У меня какие-то глюки. Тем временем пробежит снизу, его встречает психоделик. Молд забегает внутрь, кидает две ракеты. Ультра. Психоделик палил, не запалил, ультра пробежала, убила и бьет объектив вместе с Архангелом. Еще несколько ракеток от ультры. О, или кто это был? Дальдер прорывался по длинному. Флинка кто-то издалека Норфолк простреливает простой объектив. Почти добивает и почти добивает второй. Буквально по одной там плазмочке в один и второй, и можно открывать объектив. Shield component destroyed. Пока Ундердер добивает более сложный, молодец. Shield component destroyed. Мол добивает простой, и теперь... Ну, вообще, по-моему, с напряжением, как бы, ну, по ощущениям должны идти. Реально, у меня загорожен таймер почему-то.
спауном. Бум. Так, вот сейчас втроем проходят с ближнего. Спал сейчас в шоке. Не стреляйся, открывай! Что ж ты? Надо было врубить шилд и прыгать, прыгать, прыгать. Там на месте пытался кого-то там добить. Так, Архангел, шилдом, вот клипин 80, нафиг он нужен. Вот если бы он не дело прыгал, то бы меньше спойжи задел от земли, и, может быть, он бы открыл полностью, но... Так, неплохо посидел. Арпов пытался, походу, через трубушку. Он незаметно прыгнул. Так, ультра. Могут в нее попасть и берет объектив. По мне сейчас, если вот этот объектив... Тут надо полностью всю карту все-таки проходить. Это может вызвать очень серьезные проблемы. Так, беру, и забегаю, сейчас есть шанс отличный забегать внутрь, Архангел из пол прикрывает. Очень хорошее время, если бы не подсветил. Была бы уже, считай, победа Фридома. А так это еще абсолютно не гарантия ничего. А кто-то сидит на объективе. Смог в память в шоке убивается ракетой. И еще внутрь забегают. Вдвоем сидят на объективе и, естественно, вдвоем умирают. Чуть-чуть прям осталось. Алдердыр, ну. Да-да, вот так, давай-давай. Берет объектив, так, кто берет сотку. И ядро сразу же берет нарфолк. Прыгает наверх. Сотка. Смол отдает сотку Роя. На телепорт живы, пока турельки их сносят. Да, не получится их занять, скорее всего. Одна еще жива, но ее спамят ракетами. Каким-то странным маршрутом побежал нарфок со странного лифта. Совершенно непонятно. Надо, получается, полностью перестреливать всю команду. Смол, мультикил. Не промахивается и дальше, просто начала лестница. А по идее должна была соточка появиться уже. Так, смол подбирает. Теперь проносит пол лестницы. Даже больше. Так, трое прыгают. Тут носят турель. Респом на спидеферов. Смол берет и падает ядро вниз. И оттуда трудно подобрать. Отсюда еще реально потом перепрыгнуть обратно к началу лестницы. Но имеет ли это смысл или лучше взять новое? Смол берет. Да, прыгает на лестницу, а перед ним только один дефер. И он проходит. Время я не знаю сколько. Я не вижу. Но по ощущениям намного быстрее. 2, 1. А во, вижу, 7-12. 7 с чем-то. 12? Верно. Ну тогда, поздравляем команду Freedom с победой. Уверен на 2-0. Что ж, всем тогда пока. Следующая игра будет, по идее, завтра. Команда Дуршлаг и команда
Майнда, как она называется? Статисты, что ли? Пока. No whisper target found.